В этом году в России проект формирования комфортной городской среды продлен. В стране должны быть реализованы 200 комплексных планов, включающих благоустройство придомовых территорий, в том числе дворов, созданы новые объекты городской сферы, инфраструктуры спорта и отдыха, пешеходных зон, зон торговли, а также объектов инфраструктуры и безбарьерной городской среды для маломобильных граждан. В прошлом году в Туве проект охватил 7 районных центров. В текущем году их количество увеличено до 10. Включены Туран, села Сарыксеп и Теле. В будущем в него будут вовлечены все 67 муниципалитетов республики, где проживают более 1000 человек. Главное новшество – с этого года общественные пространства выбирают сами жители. Первый этап рейтингового голосования, стартовавший в начале года, закончился 10 февраля. Завершающий этап пройдет в день выборов президента России 18 марта в зданиях, где размещены участковые избирательные комиссии. Отдать голос за приглянувшиеся общественные пространства вправе все, кому исполнилось 14 лет. В столице республики на сотню жителей предлагают 8 проектов. Из них козлчане вправе выбрать только 3. А в Ак-Дувраке на голосование будут выставлены 4 дизайн-проекта. В Шагонаре 5.